сидишь. Давай, если ты не хочешь, попробуй. Мамочка моя, господи, что такое? Ой, Виталька, разворачивайся, останавливайся. Что это такое, а? Регистратор, может, я снял. Ой, кошмар, а как он перевернулся? Надо скорую, наверное, вызывать быстрее. Ты чё? Ой, боже, спойло, я не могу. Зад врезался. Ой, блядь, останавливайся. Скорую быстрее надо вызывать. Ой, кошмар какой, а. Блядь. Войски в частях в Крыму под управление России перешли 193 подразделения, сообщил начальник генштаба вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, украинские военнослужащие и члены их семей покинут Крым. Сегодня для этого зарезервированы плацкартные пассажирские вагоны, вывозить их будут без оружия. Все, ДТП со служебным. Всем стоять! Сейчас уже приедем, кстати, давай. Бля, что он делает? Блин, хрень какая-то, подожди, он сейчас он лупит машину, может мы отъедем? Давай, пожалуйста, задний ход. Сейчас, подожди, тут узко почему-то, я не могу, блин. Сейчас. Тём, пожалуйста. Он лупит машину, он не мотозил, блин. Придурок. Подожди. Все, подожди, сейчас мы отъедем, паркуемся, и все. Поехали. Ужас, ну а мужик-то при чем это? А он не видит, что тут поворачивается? Ну он же впереди мира.
ебаный в рот, блядь. Ну, я хотел бы поделиться несколько иным все-таки опытом по поводу добирательства от Иркутска до Байкала. И вот я слышал ваших предыдущих сейчас у гостей, которые были совсем сложно. Но я скажу, что от Иркутска до Байкала буквально занимает, ну не знаю, ну там час езды. Давай, Виталий.
давай, давай, давай. Давай, давай, еще метр три там, давай. Стой. Езжай тихо, короче, навстречу. Гандон, блядь! Куда же он должен приехать, а? Заря, вышли из Поповки. Дальше идем. 206 километр, Заря. Держи!
лучше сегодня их собрать и разрешить. Ну и наконец, рыба, если вы еще в поиске любви, сегодня есть шанс наверстать пущенное. Это был гороскоп от Белостанина. Что трамвай делает? Блядь! Аминари не представляет, испомизан, предательски раздут живот, урчание, на помощь... Ты смотри! Миг, ослепительный миг, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир... Вдаль летит сквозь столетия. Блять, ебаный в рот. Сука, нахуй. Атрейд, иди на брат. Договариваешься? Определенно, ты видишь, что я не вижу, что машина битая. Соответственно, дальше ваш товар денежные отношения никого не волнует. Они у тебя берут машину и выставляют, да? То есть, Толя, ты даешь конвертную взятку, и они у тебя ее берут? Почему нет, конечно. Ебать.